Я эмоциональный игрок. Мои чувства управляют мной. Я такой, я честен с моей командой и самим собой. Оправдания естественны для спорта, но в волейболе они не работают. Здесь нужен командный дух и готовность пожертвовать собой. То, командный ты игрок или нет, влияет на исход игры, на победу или проигрыш. И только через поражение ты можешь по-настоящему понять, где и над чем необходимо работать. Поиск совершенства — это как поиски счастья. Стоит на секунду расслабиться, и ты снова возвращаешься к исходной точке. Превзойди себя, Сассекс.